Хорошо, значит, тем, у кого до интернета подключиться не удалось, тогда возьмите набор данных на флешке, он называется, у кого, значит, нет? Возьмите пример структуры данных. А мы как возьмем? Получилось, нет? GUGL. GUGL slash 45, большие VD. А, это D. Да, это D. D. 8 и X. Ну, либо на Яндекс.Диске, но там дольше читать. А ВД маленькие, большие? Нет, ВД большие. ВД большие, X маленькая. Значит, задачу, которую передо мной, ну, про которую мне написала Наташа, значит, задача такая стоит. Сейчас мы, соответственно, пока вы там скачиваете этот файл, GUGL45VD8X. Значит, задача стоит такая. Я объясню, что там за набор данных. Есть некие строки и столбцы. Значит, там строка 1, строка 2, строка. Это CSV файл. И здесь какой-то столбик 1, это столбик 2, ну и так далее. И, соответственно, тут какие-то циферки, иногда NA. И задача перед нами стоит следующая. Для каждой строки. Что? Нет, там должно. А, это Windows не видит. Нет, это Windows не видит. Флешка там полная почти под завязку. Если у кого-то есть другая флешка, то я готов на нее записать. Вот, значит, задача стоит такая. Для каждой строки, ну, задача изначально стоит несколько абстрактно, но мы решим в том виде, в котором мы ее решим. Для каждой строки указать критерий, когда наблюдение является выбросом, аутлайером. То есть для каждой строки сказать, что вот наблюдения, выпадающие за границы там А и Б, мы будем считать выбросами. Вот. И так надо сделать по каждой строке. И мы сейчас попробуем сделать это в R несколькими способами, ну, по крайней мере, на каком-то простом уровне, потому что, вообще говоря, задача выделить выбросы, она, ну, не строго сформулирована, и непонятно, какие наблюдения считать выбросами. Ну, по крайней мере, вот в такой простой постановке для каждой строки сказать, вот для этой границы от минус 3 до 3, а для этой от 300 до 900. Понятная задача, да? То есть для каждой строки надо определить выбросы. Вот Наталья написала письмо, спросила, вот что делать в библиотеке. А вот оказывается, что наших знаний уже достаточно, чтобы решать такую задачу. И еще раз, если у вас есть свои какие-то задачи, то вы их смело можете описать, и мы их попробуем вместе решить. Потому что, как бы, программирование само по себе, оно как-то это бесполезно. Нужна какая-то цель. Я думаю, что это хорошая цель. Так. И кто-то мне флешку дал, нет, чтобы переписать? Нет. Тогда я не могу переписать, потому что ей, видишь, Windows не читает. Потому что она, похоже, отформатирована от Mac только. Ну что, в интернете учиться есть, да? Да, да. А, ну тогда хорошо. Кого-то еще ждем, чтобы файл скачать, нет? Не ждем. Отлично. Хорошо. Тогда поехали. Значит, сначала давайте посмотрим, что у нас за файл получился. У нас получился некий файл. Пример структуры данных он называется. Так, а что у нас не кажет? Он долго проживается. Значит, вот есть пример структуры данных. Ну, во-первых, первая ошибка какая? Первая ошибка, что у нас имя файла на русском, да с пробелами, это не годится. То есть, если вы хотите что-то делать, то первым делом это надо сразу переименовать. Никогда не работайте. Это первая ошибка. Вот поэтому сразу, значит, переименуем и назовем его там, я не знаю, outlier search. Ну, или как-нибудь. Ну, так, чтобы мы знали, как он называется. Но первая мысль — никогда не называйте файлы
с данными, с которыми собираетесь работать. То есть, если это фотки любимого котика, то можно. Вот, но так с данными нет. И желательно еще и пробелов избегать. Ну, уже не так обязательно. Вот, Outlier Search я его назвал. Хорошо, дальше я, значит, перехожу в R и создаю новый скрипт. Ну, и, конечно, я должен помнить, где хранится мой файл. А, да, теперь давайте внутрь его посмотрим, я забыл. Давайте, ну вот я кликнул на него два раза, и вот я вижу такую структуру файла. То есть, поскольку это CSV файл, это, конечно, CSV, который не удовлетворяет стандартам CSV, поскольку, судя по вот этим точкам с запятой, разделителем является точка с запятой, в отличие от стандарта с запятой. Значит, что я вижу? Я вижу, что заголовок в первой строке нету, да? То есть нет заголовка, что это. Я отмечаю этот пункт, заголовков нету. Разделитель точка с запятой, вот десятичного я никак не вижу. То ли точка, то ли запятая, ну, то ли все числа целые. Я поскольку не знаю, Наталья не сказала, что это за числа. Но так, судя по всему, они все целые, да? Я, по крайней мере, не вижу. Ну, может, конечно, Ctrl-F нажать, попробовать поискать запятую. Вот запятая не нашлась. И точку поискать, и точки не нашлась. Вот, поэтому тут все числа целые, поэтому какой здесь десятичный разделитель, мы не знаем. Может быть, была запятая. Вот еще есть какие-то помехи, вот эти вот character return CR символы, означающие конец строки. Ну, как бы бог с ними, попробуем разобраться. Вот мы, значит, вот этот вот хотим прочитать. Окей? Ну, поехали. Поскольку мы ответили на наши три вопроса, значит, заголовка нет, заголовки столбцов у нас нет, давай покрупнее сделаю, наверное, заголовки столбцов нет, разделитель данных, это у нас точка с запятой, и, соответственно, разделитель целых и дробной части. Ну, то ли запятая, то ли точка, абсолютно не важно. Давайте читать, что точка, но в данном случае это абсолютно не критично. Соответственно, читаем наш набор данных. ААА, ну или нет, давайте. Data равняется read table. И, значит, я знаю, где мой файл лежит. То есть, еще раз, если вы не знаете, где ваш файл лежит, тогда вы можете предварительно установить рабочую папку. Я еще раз напомню, как это сделать. Вы можете установить рабочую папку, залезть. А, я забыл, есть еще такая военная хитрость. Если вы не знаете, где ваш файл лежит, вы можете написать. Давайте еще военную хитрость одну узнаем. Есть такое file choose. Вот есть такая функция file choose. И если ее просто со скобочками запустить, вот, ну и давайте присвоим результат, какой-нибудь переменный file name, да, file name равняется file choose. Так сделаем, file name равняется file choose. Вот, и запустим. То откроется, ну, под разные операционные системы разные, но по сути, когда вы запустите такую команду, file name равняется file choose, если вы выберете, то откроется окошко для выбора файла. То есть, чтобы можно было его поискать. Ну, соответственно, я знаю, что у меня в папке Downloads, и что он у меня называется Outlier Search. Вот. И если я нажму тут вот Open, да, то, соответственно, вот в переменную File Name присвоится результат. Можно посмотреть на эту переменную File Name. Вот, вот она такая длинная, вот где находится мой файл, там user, boris, там downloads, outlier search. То есть это такая полезная функция, файл choose, когда вы не знаете, можно там... Ctrl-Enter. Да, Ctrl-Enter или Command-Enter, чтобы запустить строчку, правильно. Вот. Ну, еще раз, когда вы обрабатываете данные, все-таки такой диалоговый режим – это некоторое зло, потому что это означает невоспроизводимость вашего результата. Поэтому давайте я вот все-таки тут вот явно присвою имя, вот, где находится мой файл. То есть, ну, диалогово можно делать, когда вы не собираетесь повторять исследование. А если собираетесь что-то повторно делать, автоматизированно, то лучше всегда присваивать, ну, и хорош, конечно, относительный путь, но тем не менее, хотя бы так.
Окей? Имя файла нашли, где файл хранится, да? Теперь мы его можем загружать. Значит, мы читаем наш файл, да, файл name, и дальше указываем опции, что заголовка там нет, header равняется false, что разделитель данных между столбиками это точка с запятой, и что, какая еще у нас, еще одна опция, что-то там, хорошо? И разделитель пусть будет точка. Вот. Значит, загружаем наши данные. Вот у меня вроде ничего не рубнулось, вроде загрузилось. Значит, данные загрузились. Окей? Да? Нормально? Давайте, во-первых, когда вы загрузили данные, особенно из какого-то мутного источника, то вообще надо проверить, правильно ли они загрузились. То есть, вообще говоря, неплохо бы посмотреть там на кончик, на размерность. То есть, что тут можно посмотреть? Это я немножко, к сожалению, тут очень... Слушайте, скажите, вот таким зумом видно или нет? Да. Да нет, вам хорошо. Давайте, а вот здесь, наверное. Сейчас, а если я вот так... Вот это, нет, вот это. Вот это. Вот так лучше, да? Да, почему? А может, первая строчка все-таки была хедер? Нет. А, ты хочешь сказать, что у тебя были номера? Да, там он тянется бесконечно. На максимум. Да, я, пожалуй, соглашусь, что да, судя по всему. Да, первая строчка, похоже, это действительно такие типа заголовки, номер переменной, да? Окей, да, согласен, что первая строчка это заголовки, поэтому можем, ну, в общем, да, давайте оставим, как прочитали, так прочитали. Так, давайте дальше пойдем. Значит, посмотрим на что мы должны посмотреть. Мы должны посмотреть на начало файлика, конец файлика, вообще размеры, сколько там строк, сколько там столбцов. Давайте пока посмотрим такую информацию. А, и еще пакеты. Давайте сразу подключим пакеты, которые мы будем использовать для обработки данных. Значит, нам потребуется то, что мы уже использовали, а именно dplyr. То есть интернет вам не понадобится, если вы в тот раз это ставили, то все уже стоит. Значит, dplyr для манипуляции с данными, library reshape 2 для переделки длинной широкой таблицы. Давайте я сразу сбоку буду писать комментарий, зачем. Это агрегирование, или как сейчас модно говорить, консолидирование, да? Так, значит, здесь у нас... Нет, должно быть, вот мне кажется, смешное какое-то слово. А, то есть нужно шуточное? Ну, конечно, надо, чтобы запоминалось. Это длинные, широкие крокодилы, то есть таблицы. Вот эти две библиотеки у нас есть. Ну, это давайте посмотрим. Значит, посмотрим, что можно посмотреть. Можно посмотреть число строк в нашей табличке с данными, вот у нас 86 строк, можно посмотреть число столбиков в нашей табличке с данными, вот 360 столбиков, 86 строк. Ну, как бы можно обратно кинуться в файл, посмотреть, похоже это на правду, мы что-то потеряли. То есть, всегда, когда читаете данные, проверяйте целостность, потому что, ну, это возможно там... какие-нибудь потери могут происходить, такой символ там идут в середине файла, какой-нибудь конец файла почему-то ставлен. Вот, ну давайте глянем, что все нормально. Значит, ну смотрим, действительно 360 столбиков, судя по последнему номеру 360, значит, столбцы мы не потеряли. Ну и смотрим строки, вот мне текстовый редактор говорит, что действительно 86-я строка последняя, поэтому... Есть надежда, что все прочитано правильно. Окей? А может такое быть, что тут не хочет открывать, хотя файл есть территория. Он говорит, что не находит, при этом я вижу файлы справа. Я вижу файл в окне там, который файл лежат в директории в рабочей. При этом он говорит, что нет такого файла в прикинь. А что происходит, вот если ты. Я файл 4R1, да, без пробелов. Restable вбивает. Я понял. А что происходит, вот если ты... Дает он тебе его выбрать? Он говорит, ошибка.
Ну давай посмотрим. Такой объект, ну объект не найден. Давай быстренько глянем. Андрюх, в кавычках, это же не название переменной, а это же называемый порт. В кавычках, что есть фраза? Так, что у нас тут все хорошо? Поехали. Значит, строк совпадает. Ну, можно кликнуть посмотреть. То есть, вот если я кликну на дата, да, вот сюда могу кликнуть посмотреть. Ну, как бы вроде никаких проблем. Вот они идут, какие-то циферки. Вот, ну, то есть, ничего вроде серьезного проблем не испытывает. Так, хорошо. Значит, дальше. Теперь давайте примемся за работу. Ну, во-первых, смотрите, какой вот простой критерий понять, правильно ли вы храните ваши данные или неправильно. Простой критерий, наверное, такой. Вот представьте себе мысленную ситуацию, что вам пришлось дополнить ваши данные, то поменяется ли от этого количество столбцов в вашей таблице? Если количество столбцов меняется, когда вам надо добавлять новые данные, значит у вас плохой формат хранения. Хороший формат хранения, когда вот у вас есть столбцы, ну, то есть, хороший формат хранения, это когда у вас один столбец, одна переменная. То есть давайте мы оформим такое, начнем оформлять такое, да, сейчас, давайте начнем оформлять такое, вот здесь вот снизу, давайте начнем писать такое DAO, да, DAO. Переменные должны быть в столбцах. Вот. Переменные храни в столбцах. Вот. Это первый наш принцип, что надо хранить переменные в столбцах. Почему? Ну, потому что столбцам вы присваиваете какие-то имена, какие-то названия, и когда у вас добавляется наблюдение или меняется их количество, вы что-то фильтруете, тогда количество столбцов не меняется, и удобно их адресовать. А если вы переменные храните в строчках, ну, вот как в этом файле, то это как-то, вот, в общем, не good. Потому что если у вас получится 361 наблюдение, вам надо будет некоторые столбцов очень неудобно адресовать. Вот, поэтому, значит, первая мысль, что неплохо бы его поменять. Окей? Хорошо? Угу. Вот, соответственно, давайте мы эту задачу с поиском аутлайеров, ну, давайте вкратце обсудим какие-нибудь простенькие методы нахождения выбросов. Какие есть простенькие методы нахождения выбросов? Кто может, кто знает, ну, простой метод, простой критерий уже, не вдаваясь там в серьезную теорию. Че? Ну, кьёвство. Можно стандартизировать. Интерпорталы. Да, да, есть, ну, наверное, из простых способов поиска аутлайеров, наверное, можно предложить, скажем, два. Посчитать, ну, в общем, идея какая-то такая, посчитать какую-нибудь меру разброса, ну, например, стандартное отклонение или там интерквартильный размах, да, то есть самый простой способ поиска аутлайеров посчитать меру разброса. Ну, это может быть там стандартная ошибка или интерквартильный размах. И, соответственно, от центра отступить от мат ожиданий или от медианы, отступить влево-вправо на вот эту вот меру, на несколько этих мер. Ну, допустим, там можно, например, считать диапазон от среднего минус, там, три стандартных ошибки, до там, до, скажем, среднее плюс 3 стандартных ошибки. Ну, или можно с таким же успехом взять там что-нибудь типа там среднее или там медиана минус там 1.5 на межквартильный размах, до там медиана плюс там 1.5 умножить на интерквартильный размах. Ну, то есть много разных вариантов, но все они, грубо говоря, сводятся к одному. Вот те, которые от среднего, не слишком сильно выбиваются. Ну, конечно, слишком сильного можно принять разные меры.
Так, хорошо. Значит, ну давайте какие-то составные части будем собирать. Как посчитать, соответственно, стандартное отклонение и интерквартильный размах, медиану и среднюю? Ну, собственно, тут все слова написаны. То есть, если я, у меня есть какой-то вектор, ну давайте просто в сторонке оттренируемся. Вот если у меня есть вектор z, это вектор из чисел 5, 6, минус 3, 2, 8, то можно посчитать среднее, можно посчитать медиану, можно посчитать стандартное отклонение выборочное, и можно посчитать интерквартильный размах. В общем, с таким же успехом вот эти все характеристики считаются. Все понимают, что такое... То есть, еще раз вопрос. Если что-то не понимаете, то поскольку нас мало, то поэтому надо поднять руку и сказать, я вот что-то не знаю. А почему мы взяли среднее именно 3 размаха, а не 4? Это хороший вопрос. Тут, к сожалению, нет четкого понятия... Сейчас, я забыл, зовут как? Марина. Вот, видишь, четкого понятия outlier нету. То есть мы... Нет такого вот... Ну, то есть вот кто такой слон, мы знаем. Вот мышка, несмотря на то, что серая и с ушами, она не слон. А четкого понятия выброс нету. И поэтому вот эти характеристики, почему я взял 3 стандартных отклонений или 1.5 интерквартильных размаха. Ну, а тут... интерквартильный размах вообще не знаю, что такое. Ну вот давай как раз обсудим, что такое интер... Ну хорошо, что такое среднее понятно, да, про среднее арифметическое. Да. Что такое медиана? Что такое медиана? Когда упорядочные. Да, это когда я их упорядочил, да? И дальше что я с ними сделал? 50%. Да, взял число, которое посередине. Окей? Что такое стандартное отклонение? Среднее. Ну да, стандартное отклонение, может тут написать какую-нибудь формулу, давайте я где-нибудь напишу. Ну давайте вот здесь напишу формулу, что стандартное отклонение выборочное, да? Это сумма x и t минус x среднее в квадрате, деленное на n минус 1. Да, забыл корень еще. Вот, это корень из x и t минус x среднее, нормально? Вот, что такое интерквартильный размах? Кто знает? Что мы должны рассмотреть ключи квантили выборочные, наверное, да? И первые квантили, и мощные. Это 50%, которые лежат, ну, в середине 20-50-25. Да, согласен. Это те 50% наблюдений, которые лежат посередине. А, понимаешь, Марин? Ну вот смотри. Ну давай я лучше на картинке нарисую. Давайте возьмем какую-нибудь картинку, нарисуем. А, слушайте, давайте еще одну библиотеку подключим. Вообще говоря, еще есть library ggplot2. Я как бы всегда подключаю для графиков. И просто, чтобы проиллюстрировать идею интерквартильного размаха, qplot, rnorm, 1000, например. Вот, просто, чтобы у нас был какой-нибудь график нормального распределения. И на нем мы обсудим, что такое интерквартильный размах. Вот у нас есть понятие квартиль. Квартиль — это где лежит 25% наблюдений. Вот 25% наблюдений самых маленьких, 25% наблюдений посередке, тут еще 25% наблюдений и оставшиеся 25 самых больших наблюдений. Окей? Чего? Да-да-да. Вот. Можно тут 25%, тут 25%, тут 25%, тут 25%. И можно взять от медианы, значит, 25% влево, 25% вправо, и вот это вот расстояние между, где лежат 25, где граница, которая отделяет 25 самых крупных наблюдений, вернее, мелких, и граница, которая отделяет 25% самых крупных наблюдений. Вот это две границы. Квантиль порядка 25%, квантиль порядка 75%. И вот разница по горизонтали между ними, это и будет... интерквартильный размах. ggplot2, он строит такие графики, да? Да. Ну, не только такие, да. А если он говорит, нет пакета под названием, его надо скачать, да? Если пакета ggplot... Вот, ну, во-первых, надо проверить, что он правильно назван, потому что мне казалось, что мы его пробовали. Вот, если вы его не пробовали, то тогда, конечно, его надо скачать и проинсталлировать стандартным образом. Значит, на всякий случай еще раз напомню. Что? Не, tools, install packages. То есть, если надо поставить пакет, то мы залазим в Tools, Install Packages, и там указываем имя пакета, но при этом должен быть интернет. То есть, надо сначала проверить, что есть интернет. Вот, если интернет есть, то мы заходим в Tools, Install Packages, пишем имя пакета, и он его ставит. Обязательно через
стол заходить, можно просто прописать весь стол. Да, да, абсолютно без разницы, можно прописать из командной строки install. То есть на самом деле RStudio — это просто оболочка для R, и она какие-то действия заменяет лазанием по менюшкам. Да, абсолютно верно, можно. Сейчас я забыл, Ксюша, да? Соня. А, Соня, извините, пожалуйста. Вот Соня абсолютно правильно сказала, что можно написать install packages, и тут в кавычках написать ggplot2, и этот результат она, соответственно, скачает из интернета и поставит. То есть установка пакета выполняется один раз, а вот library надо писать каждый раз, когда мы хотим использовать пакет. Ну давайте еще раз я скажу, что на самом деле вот сделала эта странная команда. Тут kubeplotter от rnorm. Вот смотрите, вот внутри команда rnorm 1000 я попросил компьютер сгенерировать 1000 нормальных, стандартных, случайных величин. То есть я попросил компьютер сгенерировать вектор из 1000 нормальных, случайных величин. Можно было эту команду разбить на две. Наверное, так было бы понятнее. Давайте я это сделаю. Давайте какой-то вектор v. Вот я, можно посмотреть на этот v, вот он такой длинный. Вот тут вот 1000 нормальных, стандартных, случайных величин. А после этого я построил график вот этого вектора v. Kubeplot v. По умолчанию компьютер сам же пакет ggplot2 понял, что наиболее подходящий в данном случае график — это гистограмма. Но можно было и, конечно, другие попросить. И там по дефолту он сам пытается понять, какой график подходит лучше всего в этой ситуации. А можно поднять библиотеки на сегодня? Давай, мы подключили сегодня три библиотеки. Deplir пока что для агрегирования, консолидирования, или мы еще пока не придумали смешное слово, данных. Второе — это Reshape2 для переделки длинных таблиц в широкие. И пакет ggplot2 для рисовки графиков. Вот мы три пакета подключили. Нормально? Mm-hmm. Кто отстал, кто впереди? Нормально? Продолжаем? Потому что ты спроси. Ну, конечно. Смотри, поскольку это хороший момент, но всегда лучше спрашивать. Сейчас, а я забыл Машу. Вот, действительно, у каждого генерится свой случайный вектор, и поэтому у тебя гистограмма будет чуть-чуть не такая, как у меня. То есть, если мы хотим воспроизводим, это вообще важно, поскольку многие алгоритмы, типа там Монте-Карло по марковским цепям, многие алгоритмы являются случайными, и поэтому, вообще говоря, хочется одинаковых результатов на разных компьютерах. Это вообще важный момент. Вот Маша хорошая мне сказала, а я хочу такую же гистограмму, да? Вот. Это важный момент, а я генерил случайные числа. Но это можно добиться. Есть такое понятие, как зерно генератора случайных чисел. Зерно генератора, ну, как-то у нас сегодня такой вольный формат, такой кейс-стади. Мы сегодня будем просто разбирать, ну, то есть новые теории, наверное, сегодня, ну, в общем, посмотрим, может, под конец и будет. Значит, зерно генератора случайных чисел. Зерно генератора случайных чисел. Это как бы инициализация генератора случайных чисел, которая позволяет делать результаты по генерации случайных чисел воспроизводимыми. То есть на всех компьютерах будет генериться одно и то же. Ну, например, Маша, у тебя какое любимое число? 13. Вот, 13. Соответственно, если мы вот сейчас посмотрим на наш вектор v. Вот посмотри, у меня вектор v кончается на 2, 0, 4, 1, 19, 1 и 8. Согласна? Mm-hmm. Да? А у тебя вектор v кончается на что-то другое. То есть если ты наберешь tail v, то у тебя хвостик вектора v совсем другой, не такой, как у меня. Согласна? Mm-hmm. Да. Вот. А если мы установим общее зерно для генератора случайных чисел, то есть мы напишем set seed, ну seed — это зерно, ну как бы установить зерно генератора случайных чисел, и тут напишем set seed 13, вот здесь мы поставим одно и то же число, ну выполним эту команду, потом заново сгенерим вектор v, из псевдослучайных чисел, и потом посмотрим на хвостик вектора v. И вот теперь окажется, что хотя числа, в общем-то, псевдослучайные, генерятся по тому же алгоритму, но поскольку задано было одно и то же зерно генератора случайных чисел, то на всех компьютерах получатся одни и те же числа. Окей? То есть можно и генерить синхронно вот одинаковые случайные числа, ну, псевдослучайные, конечно, на разных компьютерах. Окей? Давай. Хорошо. Ну, давайте продолжаем дальше.
Значит, мы идем к нашей задаче по вычислению. Ну, давайте за базу возьмем какую-нибудь простую формулу. Давайте возьмем, например, среднее минус 300. Нужно. Ира, да? Да. А что значит держать генерацию частиц? Смотри. Что значит, что мы установили 13? Давай. Давай, хороший момент. Смотри. Как компьютер генерит случайные числа? На самом деле он генерит не случайные числа, а псевдослучайные числа. То есть на самом деле там есть хитрая закономерность между ними, и никакой случайности нет. Они лишь нам кажутся случайными. То есть 0,76, 1,99, 1,6, никакой логики нет, и вроде нормальное распределение даже выходит. Но на самом деле там есть какой-нибудь алгоритм генерации. Ну, то есть, как правило, как выглядит алгоритм генерации? Как правило, сначала генерируется там целое число. Целое число генерируется, ну, я не знаю, там, в диапазоне, скажем, там, от нуля, там, ну, до какого-то большого числа, допустим, там, ну, допустим, я условно напишу до, там, 10 в 9, но на самом деле, может, больше. То есть сначала генерится псевдослучайное число, потом это целое число конвертируется в нормальное, в нормально распределенное. Вот. Соответственно, как генерится целое число? Целое число, там есть разные алгоритмы. Давай я предложу такой самый совсем простой вот алгоритм, чтобы было понятно, как генерятся целые числа, псевдослучайные на компьютере. Я предложу такой простой алгоритм генерации случайных чисел. Берется зерно. Зерно – это будет некое стартовое значение. Давай, это будет x ноликовое. Да? Целое число x и t, а это вот y и t. Вот. Берется зерно x ноликовое, в данном случае 13. А потом мы поступаем по простому принципу. Давай я объявлю принцип. Ну, например, xn плюс 1 равняется... пусть будет... не знаю... 3 помножить на xn минус 1 плюс... 7 остаток от деления, и потом взять остаток от деления на какое-нибудь простое число. Ну давай, чтобы не шибко большое, 19. Вот такой простой алгоритм. То есть на самом деле заложен вот такой, ну там конечно посложнее на самом деле боевые алгоритмы генерации псевдослучайных чисел, но грубо говоря творится примерно такое. Есть стартовое значение, которое мы можем выбирать. А дальше есть некая формула, которая задает, как, ой, только здесь nt, которая задает, как из одного случайного числа генерится, ну, псевдослучайного генерится следующее псевдослучайное. Вот смотри, если я начну с 13, то есть я подставлю в эту формулу 13, что у меня получится? Смотри, 13 на 3 это 39 плюс 7, 46, остатка от деления на 19, сколько? Давайте от 46 остаток от деления на 19. 8. Вот. Значит, x1 будет 8. Да? Потом, давай, x2. 8 на 3 сколько? 21 плюс 7. Ну да, нормально, да? 28 остатка на 19 сколько получилось? 8, да, 24. 24 плюс 7. 31. 31 на 19. 12. 12. Да? Ну и смотришь на эти числа, вообще как-то уже не очевидна логика, да? То есть вот если вы посмотреть на эти числа, то тут как-то так все. Ну, вот как бы не зная эту формулу, какое следующее? Вот если не видеть вот эту формулу, а посмотреть сюда, 13, 8, 12, какое следующее? Ну вот окажется, что тут 12 на 3, 36, 36 плюс 7, пятерка. Это... Пятерка. 5. Да, пятерка будет. И вот если посмотреть на эти числа, то они, в общем-то, в диапазоне от 0 до 19, понятное дело, что они не выходят за 19, ну, даже 18, там, максимум. Вот эти числа, они, конечно, от 0 до 18. Но они равновероятно более-менее там распределены от 0 до 18. И поэтому, соответственно, вот эти числа, они такие все случаются. Соответственно, если мы на разных компьютерах зададим вот зерно 13 на всех, то последовательность, которая будет выходить, чисел на всех компьютерах, она будет одинакова, она будет начинаться с 13. Нормально? Окей? Ну, а потом выполняется некая трансформация вот этих
равномерных чисел от 0 до там, большого числа, у меня, правда, до 18 всего в моем примере, ну там на самом деле до большого числа, вот они преобразуются в нормальные. Окей? То есть компьютер генерирует псевдослучайные числа вот примерно таким образом. Но, на самом деле, конечно, можно воспользоваться воистину случайными числами. То есть, в принципе, есть сайт, по-моему, он называется random.org, что ли? Да. Вот, я не помню, на основании чего они делают, они тут... А, вот они на основании атмосферного шума, я так понимаю, в радиодиапазоне, они генерят случайные числа. И можно у них вот посмотреть, попросить какое-нибудь последнее случайное число. Вот. Можно попросить случайное число. И как всегда... Вот, пожалуйста, случайные числа на основании атмосферного шума планеты Земля. Хотя, может быть, это инопланетяне что-то пытаются. Он тоже за сотню не заходит. Что? За сотню тоже не заходит. А ну это мы так заказали. Да. Там был заказ, в каком диапазоне случайные числа генерировать. Вот. И, соответственно, в R есть пакет, который позволяет обращаться к этому сайту и запрашивать воистину случайные числа, но как бы... Алгоритмы по умолчанию, они генерят псевдослучайные числа. А вот первый шаг, получается, в пределах вот этого диапазона не распределены равномерные числа? Ну, смотри, понятное дело, что поскольку, вообще говоря, алгоритм детерминистический, больше 18 чисел получить нельзя, то поэтому понятное дело, что она вообще зацикливается рано или поздно, у нее цикл не больше, чем длины 18. Mm-hmm. Да? Ну, как бы, если попалось одно и то же число, то все, она пошла вот заново. Вот такой алгоритм, он в силу своей детерминированности, он цикличный. Вот. И в реальности, конечно, используются более хитрые алгоритмы, но там тоже у них есть цикл, он очень просто огромный, там, не знаю, настолько огромный, что надо нагенерить столько чисел, что просто ужас сколько. Ну, то есть можно посмотреть, какой алгоритм используется, ну, вот если я напишу unif, да, или rnorm, и посмотреть, вот, тут написано rng, вот, значит, можно посмотреть про алгоритм, который используется, и какой используется по дефолту, и какой там цикл. Ну, оно должно гарантировать, да? Вот, default is Mersenne Twister, и какой вот у него... Ну, смотрите, есть супер-дупер алгоритм генерации случайных чисел. Супер-дупер. Вот. Мерсен-Твистер. Вот смотрите, у него период, да, то есть она начнет рано или поздно повторяться, простые, вот эти нормальные распределения, они начнут повторяться, вот Мерсен-Твистер, да, но период повтора 2 в степени 19 тысяч, да, 2 в степени 19 тысяч, это фонарей сколько? То есть это надо очень много чисел нагенерить, чтобы оно вышло на повтор. Поэтому, да, эти алгоритмы генерации случайных чисел, то есть идея там примерно такая, там тоже где-то за кадром целочисленные остатки берутся, но... Ну да, то есть эти генераторы случайных чисел их тестируют на такие вещи, а правда ли, что они генерят, вот если говорить про целые числа, правда ли, что они генерят более-менее равномерное распределение, правда ли, что два соседних числа будут проходить тесты на какую-нибудь некоррелированность. То есть там есть куча тестов на генераторы случайных чисел. Я так понимаю, что одна из систем тестирования, она, по-моему, называется DieHard Test. Вот, это некий набор статистических тестов. Вот, соответственно, вот эти die-hard тесты, это вот набор статистических тестов, чтобы тестировать генераторы случайных чисел.
Вот, и там тесты не только вот на, ну, то есть там куча тестов, которые тестируют, я так понимаю, ну вот, в общем, очень много тестов, которые проверяют и наличие там последовательности каких-то. Ну, то есть там проверяется в том числе и равномерность. Ну что, вернемся к нашей задаче. А то мы как-то от нее далеко отдалились. Я вам предложу два решения. Одно решение будет с циклами, мы заодно посмотрим, как в R можно написать цикл. А второе решение будет с помощью нашей технологии, вот, длинные широкие таблицы и так далее. Давайте сначала решение с циклами. Собственно, что нам надо сделать? Нам надо пробежаться по всем строчкам и для каждой строки посчитать левую границу и правую границу. Согласны? Да. Поэтому, значит, первое решение, оно мне нравится меньше, но зато до него, может быть, проще додуматься. Оно такое менее... Оно такое в лоб, да? В лоб перебрать все строчки, для каждой строчки посчитать левую и правую границу. Соответственно, давайте мы заведем массив ответов, то есть это у нас будет, давайте мы заведем табличку interval, где там будет два столбика left-right, и где мы запишем левую и правую границы для интервала, кого мы будем считать не выбросами. То есть давайте мы заведем какую-нибудь табличку out border, вот это будет табличка, в которой будет два столбика left right, и туда мы впишем ответы. Ну, соответственно, давайте сначала зарезервируем, то есть способ один, мы просто напишем цикл. Значит, поехали. Мне надо вот так сделать, чтобы ничего не портилось. Да, вот так. Значит, способ один. Значит, сначала заведем табличку outBorder. Это будет dataFrame. И тут мы сначала заведем, что у нас будет левая граница. Мы повторим слово NA. Сколько у нас строк? По-моему, 86, да? Mm-hmm. Ну, давайте, ну, всегда лучше автоматизировать такие вещи. Давайте мы сначала введем nRow, это nRow от нашего набора данных data. Значит, left это будет и right, правая граница. Это тоже будет, мы повторим na, nRow раз. Значит, еще раз, что мы сделали? Может быть, не... Если я иду слишком быстро или что-то непонятное делаю, вы мне говорите стоп, я нифига не понимаю, или лучше можно сказать стоп, я нифига не понимаю, или стоп, вы ни черта непонятно рассказываете. Даша, давай, ты будешь критиковать. Ну, в принципе, я понимаю, что не делаю, потому что больно. Ну, давай еще раз. Смотри. Что делает команда репка? Вот это посадил, дед репку. Да, что она делает? Вот что делает команда rep 7.42? Да, она делает вектор, в котором что? Да, она делает вот такой вектор. 7.7.7.7.7. Вот так вот. 42 раза. А что делает команда rep на nRow? Создает пустой ряд из значений. Да, она создает действительно такой вектор, в котором пока что находится NA, 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 NA. Да. Вот. Ну, столько раз, сколько чему равно nRow. А nRow это количество строк в наборе данных дата. Добро? А если вот эту ошибку? Ну, смотри, ответ такой. Доктор, у меня что-то болит. Что-то с вами не так. Надо смотреть, да. Какую ошибку. Ну, давай посмотрим. Смотри, вот есть у тебя nRow с нижним подчеркиванием, да? Точно.
Спасибо. Я думаю, что дело в этом, у тебя просто тренировок не было, Маша. Получилось, нет? А теперь мы эту табличку циклом будем заполнять. Нужно спросить. Подожди, нет, Ир, давай, смотри, число вопросов можно спросить, должно быть четным. Можно спросить о том, что... Что не можно спросить. Да, можно спросить о том, что можно спросить. А вот left-right означает, что у нас всего лишь две колонки? Да, это название колодок. То есть, если ты посмотришь на начало таблички, то есть можно написать head outboarder. Вот. Вот так выглядит наша табличка outboarder. В табличке outboarder есть столбик left и есть столбик right. Ага, соответственно, у нас получается, у нас и left и right, одно количество будет содержаться. Да. Ладно. Ну, я думаю, да, ты права, на самом деле, да, это Даша, да? Даша права, действительно, мы могли два раза не говорить. Действительно, компьютеру достаточно было указать длину массива один раз. То есть, на самом деле, вот если бы мы дали вот такую команду, то на самом деле компьютер бы догадался, что, смотрите, он бы сначала сделал столбик left, в котором NA бы повторялось NRow раз. А потом мы бы сказали, ну сделай right тоже NA. Но поскольку это же такая прямоугольная табличка, да, то поэтому на самом деле для второй переменной уже не обязательно было говорить сколько их. Он бы сам заполнил столько, сколько нужно. Это верный комментарий, ну, вроде как, ну, то есть вот так то же самое получается. Ну, не знаю, мне кажется, я просто копипастил, поэтому копипастить было быстрее. Даша, это ответ на твой вопрос? Зачем мы два раза указываем число строк? Ну, как бы да, я согласен, достаточно было один раз указать число строк. Нормально? Ну, и на самом деле есть еще такой аспект DAO, он в основном питоновский, правда, но тем не менее он относится и к другим языкам программирования, что лучше явно, чем не явно. Если ты делаешь какое-то действие, то лучше явно его написать, чем не явно. Поэтому мне на самом деле, наверное, нравится больше предыдущий вариант, хотя оба варианта вполне себе годные. Ну что, мы готовы заполнять табличку? Давайте, значит, сначала напишем цикл, который просто выдает... Ну, давайте сначала для примера напишем простенький цикл, который, ну, скажем, просто пишет... Ну, давайте мы сначала напишем совсем простой цикл. Ну, то есть наш цикл будет выводить фразу «Маша нашла...» Маша нашла. А, нам с падежами придется возиться. Смысл. Что? Смысл. Вы количество хотите какое-то вести? Да, я хочу. Маша нашла там один, потом два. А вот чего? Чтобы оно. Два. Два. Можно на английском написать и не надо мучиться. Падежами ничего. Не надо мучиться. Ну давайте, Маша нашла один сушку. Вот, Маша нашла один сушку, два сушку, вот, и так далее. Значит, давайте напишем такой маленький цикл, который просто считает. Давайте мы напишем for, значит, это будет наш цикл. Здесь мы пишем, в каких пределах меняется переменная, которая будет считать. Переменная i у нас будет меняться от 1 до 10. Дальше мы ставим фигурные скобки, которые ограничивают начало и конец цикла. И давайте тут напишем get, это значит вывод на печать. И тут Маша нашла, вот тут запятая, и сушку, и потом символ конца строки slash n. То есть slash n — это перевод на новую строчку. Соответственно, что сделает эта команда? И пробежит значение от 1 до 10, и для каждого и компьютер выдаст на экран, Маша нашла, тут вместо и подставит значение, сушку. Ну, соответственно, если я эту сушку выделю и запущу. Slash n — это перевод на следующую строчку, конец строки. Окей? Что такое?
Кэт, Кэт вообще кошка. В данном контексте это оператор вывода какого-то сообщения на экран. Команда, чтобы вывести сообщение на экран. Вот. И если запустить этот сложный код, то вот у нас компьютер пробежит сообщение. И вот у нас Маша нашла 1 сушку, 2 сушки, 3 сушку, 4 сушку, 5 сушку. Вот. И точно так же мы теперь будем... Вот смотрите, что произошло бы, вот если бы вот этого слэш n не было. Давайте быстро представим себе, что было бы, если бы этого слэш n не было. То вот, соответственно... Ну, было бы вот так, да? Если бы этого слэша не было, то они бы шли друг за другом без перевода. Ну, а если вот этот слэш n добавить, то, соответственно, получается... У всех получилось, да, цикл? Нормально? Теперь мы пойдем, значит, перечислять строки нашего набора данных. И для каждой строки мы будем, соответственно, считать левую границу доверительного интервала и правую границу доверительного, в смысле не доверительного, а интервала, где мы будем считать наблюдение аутлайера. Ну, соответственно, теперь применяем наш цикл в бою. Значит, теперь запускаем наш цикл на бой. Да? А, прежде чем запускать цикл, давайте проверим, что работает для одного какого-то раза. То есть давайте для одной какой-то строки вот эту идею нашу посчитаем. То есть, смотрите, давайте возьмем, например, 42-ю строчку. Да, давайте вот для примера сначала надо понять, что алгоритм работает с конкретной строкой. Берем 42-ю строчку и считаем для нее, скажем, ну давайте я возьму, буду считать аутлайеры. Значит, так, способ 1 через цикл. Через цикл. И, соответственно, давайте я буду вот считать аутлайеры по принципу среднее плюс-минус 3 стандартных отклонения. Окей? То есть еще раз вопрос, почему именно 3? Ну, произвольно, но вот я знаю, что бы, если бы распределение было нормальным, то за диапазон от среднего плюс-минус 3 сигмы должен вылезать всего 1% наблюдений. То есть это действительно должны быть редкие наблюдения, которые вылезают за этот диапазон. Хорошо, давайте для примера для 42-й строки посчитаем. Как нам извлечь 42-ю строчку? Нам надо написать дата, и тут написать 42-я запятая. То есть, да, 42-я строчка, все столбцы. Вот это я извлек всю 42-ю строчку. Здесь, конечно, вот я смотрю, очень-очень много NF, да, очень много NF. Поэтому при подсчете того же самого там стандартного отклонения мне надо будет удалять NA. То есть если я просто напишу, давайте я напишу строка дата 42, то есть я просто напишу SD строка, да, то у меня в ответ выдаст NA компьютер. То есть вот так просто не пойдет считать стандартное отклонение. Мне надо считать SD строка и указывать дополнительно опцию. Давайте еще раз, что я набрал? Я набрал SD строка. Нажал запятая. Я вообще помню, конечно, на самом деле. А что у вас за данные? Что? Что за данные? Слушай, я не знаю, вот одна из слушательниц курса, я не знаю, Наталья здесь, нет? Нет, Наталья здесь нет. Вот Наталья подбросила нам кукушонка и не пришла. Поэтому мы не знаем, что это за кукушонок. Ну, строчки это объекты. Она мне прислала вот такую мысль, что для каждой строки надо указать границы аутлайера. Вот. Для каждой строки, вот для первой строки надо указать аутлайеры от сих до сих. Для второй строки такая задача. Я спросил, какая структура данных, что это за данные. Она прислала образец, но не раскрыла тайну, сегодня не пришла, поэтому вот Наталья, незнакомка, прекрасная. Такая история. Романтическая. То есть мы должны аутлайеры. А строчки, как получается, признаки. Да, судя по всему, строки это какие-то признаки. Строка 1 это первый признак, строка 2 это второй признак, строка 3 это третий признак. Мы сказали, что это неправильно, что признаки в строках, ну, как есть, так есть. Давайте пока такой ломовой способ попробуем. Значит, еще раз, вот если я наберу строка SD, строка запятая, и вот здесь нажму Tab, то компьютер мне покажет, что, вообще говоря, есть опция NARM. Есть опция NARM.
Если, то есть это удалять ли пропущенные наблюдения. Remove NA, это сокращение. Если я здесь поставлю true, то вот мне компьютер выдаст стандартное отклонение SD. Да? Окей? Okay? Вы когда там нажали, у вас там помимо опций, которые есть варочек, это желтые были. Желтым еще какие объекты туда можно поставить. То есть есть, ну то есть вот смотри, что сделал компьютер. Я нажал тут Tab. Вот есть, который красненьким, это, соответственно, опции функции, да? А желтеньким это, вообще говоря, объекты, которые я насочинял, которые тоже, в принципе, можно использовать, но это не опции у функции, не аргументы, а это просто вот у нас есть такой объект, как и есть табличка outboarder, она может входить. А почему они зацепили вас, значит? У меня лично нет такого. У меня просто появляется название опции, которые могут... А если Tab там нажмешь? Да, нажимаю Tab, да. Это все видите. Слушай, не знаю, может быть, тут есть, может быть, варианты какие. Может быть, это особенности RStudio там под... А ты давно ставил, нет? Что? RStudio. Год назад, ну год назад, да, с тех пор не поменялся. Если год назад, да, больше стало предлагать. То есть тут появились и автоматическая проверка появилась. То есть вот здесь Tools, Global Options появился вот в разделе код, появилась диагностика. И вот здесь там даже стиль проверяется, поэтому много поменялось за год. Как бы код для программного обеспечения, который активно развивается, большой срок. Может, чуть меньше где-то. Ну, то есть, скорее всего, отличие не в операционках, а отличие в том, что у тебя немножко более старая версия. Ладно, хорошо. Значит, мы тут пишем опцию NARM равняется true. Вот, получаем такое приличное стандартное отклонение. Тогда какая у нас формула будет для левой границы? Для левой границы. А что значит? Давай. Что на RM. Это означает, вот смотри, там в строке есть пропущенные значения. Там тут какие-то числа, а потом на-на-на-на-на-на-на-на. Да? Соответственно, просто посчитать стандартное отклонение невозможно, потому что часть чисел неизвестна. Да? А NARM равно true, это означает, что все NA будут вычеркнуты, вектор сократится, и по нему будет посчитано стандартное отклонение. То есть это стандартное отклонение, когда иные вычеркнуты просто банально. Вот, соответственно, как посчитать левую границу? Ну, левую границу, соответственно, можно посчитать как? Надо взять среднее по строке, опять же, удалив пропущенные значения, и вычесть 3 помножить на вот эту самую SD. Да? Вот я посчитал левую границу. Да, что-то не так. А, стоп, смотрите, что-то интересно, да? А, строка, почему? Нет, что-то не то, там какой-то warning. Давайте разберемся, что за warning, потому что, по идее, в таком... То есть я просто возьму эту команду и посмотрю, что она дает. Она вот это какой-то warning, да? Argument is not numeric or logical, да? Это как-то нехорошо. Давайте посмотрим на том, почему у нас строка не текстовая, не... Нормально. А, вот в чем проблема, да? Смотрите, в чем проблема, что у нас... Смотрите, как интересно, SD срабатывает, да? SD срабатывает. Ага, амин, смотрите, амин не срабатывает. Но это связано, конечно, с тем, что мы делаем не комильфо. Все-таки комильфо, когда у нас переменные в столбиках, а мы занимаемся неким таким вот... Ну, зато мы лучше структуру данных разберемся. Мы таким, как танки, идем вот вперед, как нам сказали по строчкам, посчитали. Так мы идем, не заботясь о стандартном виде. Значит, что здесь происходит? Происходит здесь такая интересная штука. Давайте я несколько отлучусь от экрана, просто чтобы вы понимали, что здесь происходит, чтобы не только я понимал, что там, в чем там дело. Все хорошо. Все хорошо. Значит, что происходит? Смотрите, какие у нас есть структуры данных. У нас может быть, мы говорили, что у нас может быть вектор,
У нас может быть табличка с данными. Табличка с данными. Окей? Вот. Ну и другие, конечно, структуры есть, там список и прочее. Вот. И некоторые команды, они требуют для себя определенной структуры данных. То есть вот некоторые говорят, я только с векторами работаю, не подсовывайте мне ничего больше. Или там, а я работаю только с табличками данных, чего вы мне подсунули свой вектор. И хотя, казалось бы, с точки зрения простого смертного, ну какая разница между вектором и табличкой с данными размера там 10 строк, 1 столбец. То есть вот если я смотрю, такой вот 5, 6, 7, 8, 9. Вот с точки зрения там, ну вот математики, ну кажется, ну это вектор, столбик чисел. Можно сказать, что это табличка с данными, да, ну табличка, тут один столбец и там 5 строк. Вот. Но оказывается, что для некоторых функций важно, чтобы вот функция работает только с векторами, вот ей нужен только вектор. Если табличка с данными размера там такого-то на такого-то, ну значит надо преобразовать к какому-то типу. Вот. И соответственно. Что может произойти? Вот у нас на настоящий момент, когда я набрал str строка, давайте посмотрим, какого типа у нас, соответственно, вот если набрать str строка, то что у нас, какой тип данных? У нас на самом деле str строка, это что такое? Это не вектор, а это что? Вот если что там написано, это объект какого типа? Какой там класс? Табличка. Да, это табличка с данными. Согласны? Вот это на самом деле строка, это не вектор, а это data frame. То есть это строка. То есть, хотя казалось бы, она вроде бы строка, но по классу своему это data frame. Добро? Да? И вот min почему-то не хочет работать. Пока не то есть давайте посмотрим на суть вординга. Вообще говоря, когда происходит вординг, надо всегда думать, что произошло. Значит, она говорит, что аргумент не является ни числовым, хотя казалось бы, они там все числа, ни логическим, то есть типа true-false. Она говорит, поэтому я, говорит, возвращаю NA. То есть, вообще говоря, это может означать какую-то проблему с данными. Ну, грубо говоря, если там идет 56, 47, 23, 28, а потом посередине «Привет, Вася», то функция min вот как бы предупредит, что что-то тут не так. Я как-то не знаю, как среднее считать. Добро? Вот. Поэтому давайте мы трансформируем вот это вот в вектор, да? И трансформировав в вектор, мы, соответственно, попробуем посмотреть на этот вектор. Ну, может, там есть какие-то проблемы, может, это нас убережет от дальнейших проблем. А стандартное отклонение почему посчиталось? Что? Почему стандартное отклонение? Вот это хороший вопрос. У меня, на самом деле, единственный ответ, потому что, наверное, эти функции писали разные люди. Ну, это как бы с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Ну вот, вот SD посчиталось, а среднее не посчиталось. Ну, потому что мы пошли путем не каноничным, мы пошли путем в лоб, поэтому, ну то есть наша неканоничность заключается в том, что мы работаем не со столбиками, а со строками, поэтому вот какие-то стандартные заточки, они не срабатывают. В общем, это хороший момент. Мы как бы пошли не стильно. Ну, ой, извини, пожалуйста. Давайте, значит, сначала сделаем. Нет, четное число раз. Четное. Мне писала, я хочу задать. А, хочу, вопрос, давай. Спросила. Давай, давай. Вот, я не поняла. Мы изначально же вроде бы заключили наши данные по столбцам. То есть, я понимаю, у нас был какой-то head и, ну как типа икса. И далее потом значения его были по столбцу. То есть столбцом. Тогда почему сейчас говорим о строках? Не-не, смотри, еще раз. Какая постановка исходная задачи и как хранятся данные? Значит, еще раз, смотри, Ир. Задача такая. У нас есть от незнакомки Натальи кризисный файл, в котором вот есть некая переменная 1, мы не знаем, что это. И вот ее значения идут в строчку 2, 3, 7, 8, 9, 15, NA.
Переменная 2. 7, 25, 16, 3, 4, 2, там 9, n. И так далее. Соответственно, одна переменная – это одна строка. И для этой строки, для каждой строки, надо указать границы, где мы считаем наблюдения не аутлайерами, типичными. Да, я понимаю, почему вы говорили, что мы храним их в... Нет, мы храним их в табличке с данными. Табличка с данными, она двумерная. Я не говорил, что у нас переменные в столбиках. Я говорил, что переменные должны быть в столбиках. Но они сейчас по смыслу на одну переменную сейчас отводится одна строка, поскольку так вот Наталья прислала такой файл. Транспонировать можно по-быстрому? Можно, конечно, транспонировать. То есть в самом начале мы просто говорили, что лучше всего хранить их в торцах. Да, но они хранятся не так. Еще раз, мы работаем с реальным случаем. Понимаешь, не мы же сочиняем данные, а вот какие нам подсунули, такие вот и есть. Да, на самом деле лучше было транспонировать, но тогда было бы совсем неинтересно. А так мы столкнемся с кучей трудностей и расширим наше сознание. Окей? Вот, поехали. Значит, сначала мы превратим нашу строку в вектор. Да? Давайте посмотрим, S-вектор, работает ли строка. Ну, не работает. А что она образуется? Да, тоже даже фрейм. Как тогда превратить строку? Так, это интересно. Ой, зря я наверное путем пошел, надо, значит, сразу транспонировать. Ну ладно, давайте дожимать. Значит, нам надо взять этот дата фрейм. И что я могу сделать? Я могу, конечно, амнисты сделать. И что, амнисты работает? Амнисты работает. А, нет, вот амнист сработал. Значит, смотрите, мы, поскольку у нас объект типа строки, и нам надо его превратить в вектор, он имеет свою какую-то сложную структуру, ну и самый такой радикальный способ избавиться от структуры и превратить в вектор что-то, это команда unlist. Команда unlist, она нам превратит все, что угодно в вектор. Я думал, S-вектор пройдет, но вот S-вектор не прошло, unlist сработало. Соответственно, давайте мы введем теперь, вот вместо min мы напишем вот так, unlist строка, вот у нас получится средняя. Unlist, соответственно, команда, она превратит какой-то сложный объект со структурой списка, с какой-то, возможно, очень страшной структурой, она просто превратит в простой вектор друг за другом. Так, хорошо. Ну теперь что у нас есть? Теперь мы готовы вроде бы писать цикл. Да? Согласны? У нас есть команда, которая считает левую границу. Min unlist строка. А потом мы скажем, какой путь был бы правильным. Вот мы пошли неправильным путем делать. Но зато это нас чему-то научило. Вообще иногда полезно ходить в тупики. Заходишь, а там что-нибудь ценное. Окей? Ну что, мы готовы цикл писать, да? Нет. Ну давайте, левая граница у всех получилась? То есть как выглядит левая граница? Левая граница min unlist строка nrm равно true минус 3 помножить на sd строка nrm равно true. Вот, и считает левую границу. Вот, минус 122 левая граница. Оль, как? Ты с нами? Мы страшно далеки от эконометрики. Ну что, есть левая граница для отдельно взятой строки? Почему в left там нету анлиста для второй строки? Ну, как бы для... А вот, понимаешь, SD почему-то срабатывает без анлиста. Вот SD и min писали то ли разные люди, то ли... Ну вот SD срабатывает с датафреймом, а вот... А вот min почему-то не сработал,
Поэтому мы сказали, ну давай, преврати это в простой вектор, убери всю эту структуру, что тут столбики, тут строчки. Вот, ну, затрудняюсь сказать. Ну, как бы мы пошли не каноничным путем, то есть правильно хранить данные в столбиках. Одна переменная, один столбик. Так хранить, как прислал Наталья Никомильфо, но иногда данные, ну, особенно там в бизнесе, там, ну вот прислали такой, и вот надо что-то с ним делать. Ну что, готовы писать цикл? Да. Хорошо, значит, мы пишем наш цикл. Вот. Давайте номер строки, давайте пусть будет, ну пусть будет тоже и. И будет бегать от 1 до n row, правильно? А между фигурными скобками мы поместим вот этот наш вещь подсчет. Значит, строка теперь уже не 42-я, а строка у нас итая. То есть я вот взял ту команду, которая была, только поменял там на итая. Дальше, вот это вот min, unlist, строка, я вот это просто скопирую, да? Это я просто скопирую, да? Но поместить мне этот результат этого вычисления надо куда? Мне этот результат вычисления надо поместить в табличку outBorder, в переменную left под номером i. Давай еще раз. А вот видишь, я аж copy-paste сделаю, я же не набираю заново. Еще раз. Я теперь, у меня i бегает от 1 до количества строк. Я из набора данных выкусываю итую строчку, помещаю в объект строка. Дальше считаю, ну вот эта вот строка превращается в простой вектор, считается средняя, вычитается три стандартных отклонения, и результат подсчета я помещаю куда? В табличку outBorder, в переменную left под номером i. Окей? Дальше. Вот, и еще чего Ир надо сделать? Что? Что еще Ир надо сделать? А правую мы будем считать? Ну, как будем считать правую, расскажи. Вот это. Да, что надо тут скопировать и что сделать? Да, просто плюс три. Да, вот здесь надо написать right, и вот здесь вот плюс три стандартных отклонения. Окей, запускаем. Еще раз, если там мелко, чего не видно, то надо говорить об этом. Да. Второй, все станции. Если там пропущено, то есть если была дата в скобках 5,6, то это была бы пятая строчка, шестой столбец. А дата 5 запятая, ну вот у нас, смотри, помните, даже у нас было 42 запятая. Я же, собственно, только и подменил. А саму логику, вот, вот посмотрите, что мы выше делали, да? То еще раз, что делает вот эта команда? Она берет из таблички данных и выкусывает эту строчку, а и будет бегать. Как вот у Маши там была и одна сушка, две сушки, три сушки, вот, и бегает. Соответственно, вот здесь мы поместили и... Окей? Ну что, запускаем, давайте рискнем. Получилось? Нет, Маринка? Я все записала. Ну, ты запустила? Надо же в тетрадке запускать. Ну, ты компилируешь в тетрадке? Конечно. Вот, соответственно, запустил, и вот опять вот тут вот ничего как будто не произошло, как бы да, господин, да? Значит, мы можем посмотреть на нашу табличку outBorder и посмотреть, что там находится. Вот мы можем кликнуть на наш outBorder. OutBorder. А что говорит? Плюс, господин говорит. Плюс это означает ожидает продолжение. Давай туда встанем. Ну, смотри, давай, во-первых, отменим вот этот плюс. Это, смотрите, если у вас получилось плюс, то значит надо сюда встать, нажать Escape, и дальше надо искать, где у нас недоделанная фраза. Ну, во-первых, здесь, конечно, плюсик должен быть, потому что левая граница считается как средняя минус 3 стандартных отклонения, а правая как
3 плюс, да, значит, давай, во-первых, здесь исправим. Ошибку сразу лучше исправляем. Ну, давай теперь еще раз попробуем, вот сюда встанем. Попробуем Ctrl, раз, два, потому что я пока так сходу не вижу. Ну, а нет, все посчитал, просто, видать, начала не сначала, или еще перед этим бывают проблемы. Может быть, раньше плюсик был. Даш, давай. Нет, нет, нет. Точно? Я вот создал, написал, неправильно написал имя переменной, right, и у меня вместо того, чтобы выдать ошибку, создал третий столбик. Да. Зачем? Почему создали? Зачем тогда там создавать там left, right вообще, если он сам это автоматически делает? Значит, ну, давай тут два вопроса. А зовут как? Вася. Вася, вот два вопроса. Первый вопрос, зачем создавать? Ну, считается, что операция зарезервировать место, а потом заполнять, она занимает меньше времени. То есть, если бы речь шла не о размере там 86 на 2, а о размере там 8 миллионов на там, 20, то тогда лучше сначала создать объект фиксированной длины, а потом заполнять в нем места. То есть, почему лучше сначала всегда зарезервировать место, а потом заполнять. Ну, ответ такой, что на больших массивах это может быть существенно по скорости. Растить объект в памяти и заполнять дырки уже существующим, ну, это разные операции по скорости. Вот, поэтому... Там не должно быть проблемы из-за этого. Не должно быть проблемы из-за этого. Ну, когда, нет, проблем когда нет. Каждый раз добавлять новый элемент, пересоздавать, то... Возрастание, там логарифмическая скорость будет возрастания, потому что каждый раз выделяется в два раза больше памяти. Не, это я понимаю, но просто проблема, не, ну, в общем, потери по скорости могут быть, поэтому лучше заранее один раз создать его размер и уже размер не менять. Это все-таки явно выигрышнее, чем по-другому. Но я согласен, что в данном случае потери скорости, они произойдут всего на одной операции. Собственно, она один раз у тебя создаст этот write, новую столбик, и потом он уже не будет меняться в размере. То есть ты сначала создашь объект, если ты не задашь никакие вот outborder, то у тебя сначала создастся outborder с одной переменной, потом outborder со второй переменной, и после второго прохода цикла уже ни один размер меняться не будет. С этим я согласен. А что? Количество строчек? А количество... Ну, а, нет, ну да, ну я говорю... А, нет, количество строчек будет меняться. Нет. Тогда, конечно, это очень долго. А как посмотреть, как выделяется память под это? Слушай, я так сходу не скажу. Можно посмотреть для каждого объекта, сколько он занимает в памяти. Я сходу не помню команду. Нет, мне интересно, как выделяется сама память, алгоритм выделения. Слушай, ну надо читать. В конце концов, можно посмотреть на C-шные исходники. Просто по-нормальному, то это не имеет смысла задумываться об этом. Для больших даже данных. Нет, абсолютно точно имеет. Абсолютно точно имеет. Не-не-не-не. Ты что, операция сначала задать один раз размер, а потом заполнять и растить даже по логарифму, это все равно не будет. То есть, проблема в том, что мы же работаем не на C, объект не такой простой, как вектор. Объект DataFrame — это не есть вектор, поэтому там, ну, падение скорости происходит существенное. Ему же надо еще там тип определить при создании, а потом при новом присваивании проверить. Там же все гораздо сложнее, но, грубо говоря, там же типы переменных динамические, поэтому, грубо говоря, у тебя были числа 1, 2, 3, 4, 5, да? А ты туда присваиваешь значение «Привет, Маша», и тогда надо тебе превратить в строчки и «Привет, Маша» разрешить. У тебя же переменная не просто она была там числовой, она числовой осталась. В результате присваивания немножко поменять, поэтому, ну, не good. Не, из-за того, что это не C, где ты заранее там определил, что вот у меня это переменная числовая, это вектор и баста. Из-за такой динамики
идет потеря скорости более существенная. То есть я согласен, что если ты возьмешь такой чистый, там, C++, возьмешь, там, будешь растить, допустим, добавлять какой-нибудь там пушбэк, там, элемент вектора, то логарифмическая будет потеря. Здесь будет более чем логарифмическая, ну, я не скажу, какая там сложность, то O от T, но... Ну, то есть так не надо делать, потому что зарезервировать и не париться. Вот. Ну что, готово? А можно, да. А давайте маленький перерывчик сделаем. Да, давайте маленький перерывчик, тем более мы одним способом решили задачу. То есть если мы посмотрим на наш аутбордер, то задача у нас решена. Для каждой строки мы указали границу левую и правую, кого мы считаем аутлайером, кого не считаем. Получилось, да? А тех надо сюда вытащить. Что? Теперь же сюда надо вытащить аутлайера, сравнить со всем. Но опять в цикле, чтобы он каждый раз брал... Не, ну дальше можно смотреть там аутлайер, но границы мы указали. Да? То есть дальше можно смотреть, сколько там аутлайеров попало в эти границы. Вот. Но это такой путь, ну такой через цикл, так вот, по-рабоче-крестьянски, да? По-рабоче-крестьянски. Ну, потому что это вот не царский способ. Это такой вот брутальный способ, взял, написал цикл, сделал. Хорошо, да, давайте устроим перерыв. Я забыл. Диана, да? Да. Давайте. Вот, один.